19 апреля около 2 часов дня на пульт дежурного службы 04 поступил звонок с улицы Садовой. Звонившие сообщили, что в доме номер 50 явно ощущается запах газа. По вышеуказанному адресу незамедлительно выехали сотрудники газовой службы. Прибыв на место происшествия, газовики обнаружили, что дверь в квартиру, откуда доносился характерный запах, закрыта. Достучаться до хозяев не удалось. Было принято решение вызвать милицию и пожарных, чтобы вскрыть квартиру. По этому адресу выехал пожарный расчет. Общими усилиями смогли открыть дверь в квартиру. Каково же было удивление, когда они обнаружили здесь мирно спящую пожилую хозяйку. Женщина забыла о включенной на газовой плите конфорке и попросту уснула. Спасатели выключили конфорку и открыли окно. Медицинская помощь пенсионерке не понадобилась. Ее жизнь вне опасности. Олеся Комиссарова, Максим Тюстин. События Новозыбков.